Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 14 марта 2022 года. 6 марта сеяли с вами на рассаду экзотические помидоры черный мавр. Они вот такие красавчики, укусные. Кожица у них плотная. Высота 1 метр, 1 метр 30. Очень сладкие, хороши консервации, салатах. Это средне-ранний, 100-108 дней для парников и теплиц. В кисти образуется 7-10 штучек. Плоды сливовидные, бордово-шоколадные, 30-50 грамм. Вот я все посеяла. Контейнер один посеяла такой на канал «Живи и радуйся». И вот контейнер у меня был посажен на мой этот канал «Подворье Анин». Здесь я их присыпала землей. Самые такие слабенькие, плохие я выбросила, оставила вот только 5-7 штучек. Тут вот еще зернышко у меня не упало. Ну, пусть растет, развивается. Если будет апрель теплый, то в середине апреля попробую высадить тепличку. Так что, мои дорогие, выращивайте такой сорт. Очень вкусный, очень вкусный. Будем с вами высаживать, выращивать, и я потом покажу, какой у меня будет он теплицы и в открытом грунте. Я буду и в открытый грунт сажать, потому что у меня еще вот есть 10 штук в таком же контейнере. Как я сказала, на канал «Живи, радуйся» на Дзене. Между прочим, сейчас на Дзене платят неплохо. А на Ютубе 2 копейки заработала за эту ночь. Смешно. Но все равно канал я бросать не буду. Дело не в деньгах. Не хочу терять своих подписчиков. Как снимала, так и буду снимать. Неважно, есть заработок или нет. Ну вот и все, мои дорогие друзья. Заходите в гости. Как всегда, буду вам очень рада. До свидания. До новых встреч. Пока.